слышно крики недовольные. Кстати, знаете, вот я подумала о чем? Что лучше, когда люди опаздывают и поднимаются весь ряд, чем когда люди посередине концерта, у нас, правда, такого не было, но я до сих пор этого боюсь. Начинают вставать и уходить. Обратно. Обратно. Ладно, солнце. Поможете нам, да? Хорошо. Я вот расскажу ребятам, 90% песен были написаны мной в Питере. Я жила в Питере 10 лет. И вот «Солнце» — одна из вообще самых первых песен. Спасибо! Меня сбило, это молодец. Поехали.
Спасибо! Спасибо большое! Вот это вместе называется, это мне так это нравится.